А ось кадри зняті з іншого ракурсу з 8-го поверху сусіднього будинку. На них видно, чоловік просто стоїть позаду автомобіля патрульних. Кілька секунд вибігає коп та без попереджень починає заламувати його. Это что такое? Бля, вы что делаете вообще? Вы что себе позволяете? Вы за что его бьете? Вы за что его бьете, ребята? Вы что? Какой кидается? А вы что делаете? Я сейчас вызову прокуратуру. Вы что делаете? Вы что делаете? Вы зачем его бьете? Вы что? Бля, что делаете? Бля, вы вообще беспредел. Я звоню сейчас в прокуратуру, в СБУ. У вас будут такие проблемы у всех. А на кого это напали? Бессовестно, на Сашу. Просто шел тебе. Что это такое вообще? Снимайте вот это. Бля, ну это вообще беспредел. Под какие колеса? Человек шел с магазина. Бля, бессовестная. Бля, ногу сломали, бля. Бля, вывернули ногу, вы что сделали? О, вы, ребята! Блядь, болтается нога, вы так что, только дебилы? Только что подошел, выкрутил ногу. Я сняла видео, как вы выкручивали ногу. Я вас снимаю, ребята. Вызывайте скорую, снимаю. Вы тупоебы, куда вы? Сломали ногу, вы! Отойдите, граждане. Да сломали ты только ногу. Что меня с коляской чуть не сбил, этому ногу поломали, вы что, ебаны? Ребят, вы вообще что творите? Это беспредел. Девушка, показывайте свое удостоверение. Показывайте свое удостоверение, гражданиночка. Это вообще беспредел. Бессовестная. Да вы сейчас выйдете, ребят, далеко не уедете. Отойдите, пожалуйста, с проезжей части, девушка. Да, я отойду. Не надо меня толкать. Я вас попросил. Меня толкать не надо. Отходите, покажите женщина. Свое удостоверение. Знаете вам мое удостоверение? Покажите свое удостоверение. И на камеру можете читать вслух. На камеру читаю вслух. Туманов Александр Валерьевич. То, как вы сделали, ребят, у вас будут проблемы. Покажите свое удостоверение. Покажите свое удостоверение. Женщина, отойдите с ребенком с дороги. Вы сейчас уедете очень близко. Твари. Твари, вообще твари. Меня сейчас я вам побегу. Уважаемые граждане, покидаем проезжую часть. Давай, давай. Это не проезжая часть, это жилая зона, алло. Отойдите, я снимаю. Вообще беспредел, что менты творят. Вы ж вызвали, что мы делаем? Вы ж вызвали полицию. Вы вызвали. Вот, пожалуйста, что делает полиция. Да, я уже сняла. Не, ну вообще реально парня ни за что повязали. Да стой, блядь, что ты делаешь? Не, ребята, зачем вы такое творите? Ну это реальный беспредел, ну это вообще не серьезно. Ну сидел себе человек, и что, я не помню, что распивал тут напитки, это что такое вообще? Где он распивал? Он просто сидел здесь выпивший.